Или этот трош его не кусил. Сейчас цепится, как трош. Сенечка, не надо, Сень. Синюш. Сень. Синюш, не хулиган, нельзя трогать. Троша нервничает. Пап, троша нервничает. Сень. Ты что ты кусаешь-то? Ну, зачем ты ему позволяешь? Да он не кусит. Ну как не кусит-то? Кусает же. Не кусит, еще как кусит. Ты относишься к ним как к малышу, а он медведь большой. Он уже старый медведь. Конечно. У него характер же нормального медведя. Старого уже. Еще и избалована, избалована. Сень, Сень, нельзя кусать трошу. Да там шерсть такая, ему даже не реагирует. Ничего подобного. Не реагирует даже. Он просто добрый. Не верит в то, что вы так вероломно можете укусить. Сень, это плохое поведение.